Всем привет! Пока ждем Лёшу, рано приехали мы тут по делам. В общем, я успела поспать. Малыш до сих пор спит. В общем, пока делать мне нечего, я вам расскажу историю, а то все никак не могу записать, но хочется поделиться. Это я поднимаю спинку сейчас. Ага. В общем, хочу рассказать историю, как я прокатилась на собаке. Часть моих ютубовских друзей уже знает ее, но часть не знает, но я хочу, чтобы вы тоже повеселились. В общем, мы гуляли. Вот, кстати, последствия, она уже заживает. Мы гуляли, ну, как всегда, с собачниками, с собаками, идем, разговариваем. Не из нашей компании, но иногда с нами гуляет. Есть такой пес Сандал. Я не помню его породу, такая бойцовая, он высокий, молодой, еще такой энергичный балбес. Он, значит, это, ну, любит под ногами пролазить. Это первое его такое хобби. И, в общем, носится как конь настоящий. Я шла в юбке. Я не знаю, может быть, он хотел между ног у меня проскочить и в юбке застрял. Либо что, ну, в общем, мы идем, ничего не подозревая. Вдруг мне подсечку так прям под коленки. И только я чувствую, знаете, мозг не успевает еще сообразить, что вообще произошло. Вроде как понимаешь, что произошло, но еще не до конца. Только я, в общем, у меня подсечка и ноги вперед, и я куда-то еду. Еду, проехалась и, в общем, мягко приземлилась. Вот только локтем, локоть больно и защипала. Остальное все прям мягко-мягко прошло. Оказалось, я на собаке. Собака из-под меня вылезти никак не может. Она там дергается. Я тоже ногами кверху дергаю. Никак подняться не могу, потому что собака мешает, а я собаке. В общем, ну, представьте, летел пес такой налегке, скакал. И тут, хопа, его обременили такой тяжелый, непосильный, как оказалось, ношей. В общем, мы тут пока смеялись пока что. Обратно идем. И хозяин его говорит, вот следы. В общем, мы посмотрели этот тормозной путь. Он где-то был метра два. В общем, где-то 2 метра я проскакала на собаке. Сергей, серый волк, который батя, он меня теперь называет наездница. В общем, я теперь собачья наездница. Вот, весело, конечно, было. Была бы я полегче весом, наверное, я бы проскакала бы на нем подальше. Но только 2 метра он осилил. Вот такая, в общем, история. Так что берегите себя. Хорошо, что я не башкой долбанулась, а то бы у меня на утро у меня как раз воздушные шары должны были быть. Вот, полетела бы я не туда. Ладно, все, всем хорошего настроения, пока.